Там чисто конфетка, сука! Та, сука, пропадет, сука! Сука, прошу! Чё нам надо? На у тебя, отдел! Внизу! Внизу! Я же знаю, где, сука, это. Сейчас поищу, как спадаю. О! Здесь, сука! Мы в святое место шли Богу поклониться. Да нас эти нечистые пособники сатаны схватили. Хоть еретик ты, но мы за спасение твоей души молиться будем, сколько проживем. Спаси тебя, Бог! Молитва — это, конечно, хорошо, но хотелось бы тебя отблагодарить посущественней. Ладно, есть в терминале одна комната. Мы туда запретные вещи рыбе на очищение приносим. Вот, возьми ключ. Ты и так грешник, а тебе там точно что-то пригодится. Себя! Тебя ведь Силантий анафеме предаст! Не предаст, если ты не скажешь. Или ты предпочел бы здесь умереть, на их рожах? Нет, конечно, не скажу.
все подвале, толок хрен на рыло, лови их потом, бля. Точняк! А так чисто ждем, пока усядутся. Не ломаться, пожалуйста, бриться. И мы от каждого раза полные штаны у всех. Главное, сука, в терминал плыть не суд, а нас худо сатаны. Слышь, это все равно в терминале был. Только бы, сука, отсюда... Лови! Здесь сучара это!
однозначно показали. Терминал – самая сложная локация в мире метро. Здесь игрока поджидали. Единственная на Волге зона с отравленным воздухом. Десятки зверолюдей одновременно. Прыжки по шаткой геометрии. И, конечно же, разъяренный сом, убивающий мгновенно. Зато здесь нашлось отличное применение для одного из самых необычных железнодорожных механизмов – переворачивателя вагонов. Где же еще Кресту было спрятать свою драгоценную дрезину? Thank you.
Разработки на Волге было много бандитских патрулей днем и блуждающих электрических аномалий ночью.
И все бы ничего, но утром и вечером они встречались. Бандиты храбро бросались на аномалию, стараясь ее застрелить. Привлеченные шумом зверолюди бросались на бандитов, а аномалия сжигала всех. В итоге игрок в одиночестве бродил среди гор обгоревших трупов. Поэтому мы ограничили зону патрулирования бандитов, оберегая их от встреч с шаровыми молниями, так как против других врагов у них есть шанс на победу. Изначально гнездо демона было гораздо больше, так как планировалось поселить там целый рой демонов, который защищал бы свою нелетающую королеву. Но в процессе своего развития даже рядовой демон стал достаточно универсальным и смертоносным, чтобы и в одиночку оказать достойное сопротивление игроку. Более подходящего похитителя для рядового мишки не придумаешь. Не, ничего она. На постой так, сука. И ч
тут чисто ложки залетные. Имел я в виду такие темы. А ничего тут так вообще. Ништяк реально. Еще б накатить часы вообще. Чё, серый гнал, не въезжает? Нормалёк тут. Чё ему не так было? Хрен просыщ. Ну чё тут как? Ворот смазал? Не, а нахрена вообще? Ты чё, опупел? Вечером идём торгашей выставлять, а ворота скрипят как суки, аж на мосту слышно. А, понял. Ну вообще пофиг, один хрен пацаны масло убили. Так ищи, бля. А тут кто останется? Ты? Ладно, стой дальше, сам найду. Ни хера мне поручить нельзя. А? Чё? Чё за хер тут? Мазы тут. Конкретно, бля, без мазы. Существа. Ничего, кто его услышит, чё с ворот, он это масло из вас вытопит. А я буду его подтаскивать, бля. И ничего получить нельзя. Теперь, сука, на храпку пробила, а тут еще стоять и стоять.
это место, где впервые в Metro Exodus появилась фракция бандитов. Большая часть наших узнаваемых пикантных граффити были созданы именно для этого места. А еще Мойка — одна из наиболее сложных локаций для скрытного прохождения. Взять хотя бы саму цель миссии при таком стиле игры. Угнать вагон, в котором живут 15 человек, так, чтобы они этого не заметили. Что-то есть, походу. Братки, наверху! Пацаны, перезарядка! На тебе, сука, мля! На, сука, на! Я прижал падлу эту! Кусты! Там он, пацанчики!
приехал. Вот это да! А я в вас сразу увидел потенциал, еще на глушилке. Дядя Артем, а вы Мишку моего найдете? Ах, хороша! Мишка? Мишка, ты вернулся! Ты просто герой, Мишка! Мама, Мишка вернулся! А что сказать надо? Ой, спасибо, дядя Артем, большущее! Артем, поднимись в рубку, дело есть! Спасибо вам огромное, Артем. У меня просто слов нет. Спасибо, братишка. Ты настоящий мужик. И я твой должник. Здорово, Артем. Ну, здоров, герой. Молодцом, справился. Итак, вот наш план. Ваша группа захватывает буксир торговцев. На нем вы с князем и крестом отплываете к мосту. Пока крест отвлекает охрану, вы с князем проникаете в комнату управления и опускаете мост. По вашему сигналу мы тараним ворота, подбираем вас и... И... дай бог, все получится. Не могу дать вам с князем больше людей. По нашим данным, основные силы противника охраняют ворота. И, Артём, ты приглядывай за парнем, лады. Он, конечно, разведчик, что надо. Но все лезет на рожон, понимаешь? Так что подай ему пример. Будь потише там. Ты для него авторитет. А вы же спецназ? Не танкисты? Удачи, Артём. Ну, здоров, рейнджер. Чего-то я из-за тебя распереживался. Старею, видать. Ну, в общем, все переживали. Анька тут совсем извелась, пока тебя не было. Артём, смотри. Я для тихаря улучшение приготовил. Так что можешь его установить для испытания. Верстак к твоим услугам. Ну что, брат, готов к последнему рывку? Удачи! Это чего это? Оттуда с башни, что ли? Ух ты! Спасибо, братуха! Круто, спасибо! Артём, наши в порт длинной дорогой пошли. А ты можешь быстрее. Вон там лодка есть. Артём, мы на позициях. Ждём. Артём, вижу тебя. Поднимайся ко мне на кран.
Я здесь. Пропажа ты моя. Ох, я переволновалась, пока ты в этом терминале возился. Ермак говорил, ты вагон пригнал. Какой же ты у меня молодец. Заболталась я. Соскучилась, имею право. Ладно, идем. Кашель чертов. Надышалась, похоже, в том подвале. Так, ситуация такая. Охраны оказалось больше, чем мы ожидали. Риск велик, но Крест говорит, что на таких караванах всем заправляет хозяин-капитан. Если получится взять его по-тихому, остальные сдадутся без боя. Понятно, если он им прикажет. Охраны человек 15. Четверо у трапа на баржу, по краям пирса часовые. Сэм будет на правом фланге. Сэм, прием! Я на месте. Вижу часового. Князь слева от ангара. Прием. Князь на месте, готов снять часового. Идиот на дальнем кране. Я готов. Хорошо вижу всех на пирсе. Крест разведал подвал. Их тут двое всего. Ковыряются, чего-то ремонтируют. В общем, самое лучшее место, если втихаря идти. Артем, в общем, мы готовы. В церкви все получилось тихо. Постарайся, чтобы и здесь прошло так же. Чего возиться? Уложить их всех! И дело в шляпе! Прекратить базар. Артем командир, ему и решать. Эти люди нам зла не делали. Артем, может, дождемся темноты? Будет проще пройти охрану. Наверняка кто-то заснет. Тут в кабине можно отдохнуть пока.
Смотри, там на борт влезть можно. Давай я их отвлеку, а ты туда. Спрячься здесь и жди, пока пройдут. Но проверить надо. Ладно, давай глянем. Если сожрут тебя, отомщу. Ну да, задницу мне не прострели, мстить. Осторожно, справа. Ну что, в этот раз до самого нижнего пойдем? Нет, километров за 20 поворачиваем. Ну их, психов этих. Ты про пост, что ли? Ну а про кого? Эти доблестные защитники, мать их за ногу. В прошлый раз там всю рубку изрешетили. Главное, пока разгружались, все нормально было. А как платить, так мы сразу восточными варварами стали. Вот сволочи. Ну так вот, так что теперь они там хоть цинк за кило хлеба пусть дают, я скорее в Баку пойду, чем туда. Ну, там-то тоже, говорят, не сахар. Там, черт его знает, что творится, никто не был, врут кто во что горазд. Но с нижним все ясно. Я вон на шкуре свою видел. Видел, что вам подобрало? Нету. Ну, если часовой сколько угодно, вон же кисет летит. А у меня парк там. Между баржами есть плот. Перелезь через борт. Уклейко, хрен вышлешь. И вообще, иди давай. Распугаешь мне все тут трепом своим. Только клёв начинается. Ладно, сиди. Ненормальный. Уклейко я его распугаю. Для чего мне постоянно охрана выпадает, пока остальные на нормальные задания. Он ушел, давай дальше. Везет как утопленнику. Ну как, долго нам еще тут ласты парить? Так Михалыч варит. Только генератор глохнет на постах. Потому что надо было в тот раз новые свечи брать, а не это барахло. Сэкономили, бля, экономисты. Да ладно тебе, барахло. Вон сколько протянули. Тем более за новые Ахмед еще два раска сверху зарядит. И вообще, че ты волну гонишь? Спешишь куда? Стремно то. Близнюга это припевает. Подумаешь, это ты к Чебоксарам не ходил. А чего там в Чебоксарах? А того, там такая Не убивайте! Не убивайте! Я могу заплатить! Или товар! Товар! Товар возьмите! Спокойно! Свои! Барахло нас не интересует, а вот буксир другое дело. Взаймы, если будете паиньками, сможете забрать его у моста. Все понятно? Да-да, конечно! Прикажите всем сдаться, и никто из каравана не пострадает. Быстро! Эй, кто живой там? Слушай мою команду. Оружие сложить и сопротивление не оказывать. Вот и молодца! Приятно иметь дело с умным человеком. Вали! Отлично сработал, Артём! Артём, наши все в порядке! Ты молодчина! Ну что, ребята, готовимся к отплытию?
Если кто что забыл, то уж забыл. Времени терять нельзя. Ребята, удачи. Ни пуха, ни пера. Артём, смотри там. Да, удача нам пригодится. Ну, как говорится, 7 футов под килем. Ура! По местам стоять, якоря сниматься. Сейчас где-то полпути пойдем, и часов до 4 с камышам покемарим. На мост лучше с утра пораньше заявиться. Туман пуще всего, да и они все после заутренней сонной будут. Артём, князь, мы того, приближаемся. О, там, видишь, на верхотуре самый костер. Там кабина управления была. А теперь молельня. Поближе к Богу, понимаешь? Ну и вам, значит, туда. А я пока охране зубы заболтаю. Эй, на берегу! Держи конец! Давай! Эй, моряк! Где баржу потерял? Хлебалом тебя торговать будет, а? Ну, Артём, погнали! Кто первый наверху, того и тапки! Удачи! Мы его излученный корягу поймали, весь борт разворотило. Приходь там месяц сажать. Артём, князь, Аврора с крыльным отвлекается на исход. Готовы начинать по вашему сигналу. Принято, товарищ полковник. Работаем. Как чего? Явились ведь, как отец Силантий говорил. Кто явился? Слуги сатаны! Ты как на заутренней не был. Нет. Допрыгаешься. Пошлет святой отец демонов искоренять. Ну, рано ведь. Вы хоть расскажите, что было? Ладно уж. В общем, еретик прямо на проповедь к отцу Силантию явился. Все как в видении. Они на вас ударили. Наши работы и туда вновь не нашли. Как и а чё так? Семен-то вернулся. И Катька, ты чего, обалдел? Они же с Кириллом всех демонов извести поклялись, так и не возвращаются. Да кого хочешь, спроси. Их-то мне христи перехватили, а еретик новых освободил. Зрефил Семен просто. И не такое придумывают, лишь бы к демонам не идти. Нет, брат, не зрефил он. Как вернулся, в храме скандал устроил, но своего добился. Теперь я сразу заждал. Давайте, так заживёт. Как все. Ух ты, заявите, а? Хотя дело бы угодно. Все лучшие жизни хотят. А хорошо, где? Понял. Где нас нет, вот где. Артём, я почти на месте. Где ты там потерялся? И разверзлись небеса, и пал на землю грешную дождь из ракет, и стала земля пеплом, и вскипели моря, и люди в тени обратились, и только обитель наша уцелела, ибо тут нашли приют верные Господу. И смилостивился Господь, и промеж них избрал старшего именем Силантий. И рёк ему, по те поры буду с вами и буду беречь вас, пока верность мне храните, пока технику бесовскую отвергаете. Отвергаем! А пуще прочего, отвергаете ли хитрость дьяволову?
Ток электрический, проклятый подарок лукавого глупцам, чтобы те себя возомнили, будто стали превыше Господа и превогущественнее Его! Аминь! Истинно! Ибо в токе электрическом и соблазн сатаны, и яд его! Ибо лишь только тот, кто отринет ток и атом, и машины всякие, пройдет в Царство Божье. Лишь того, кто себя не заморал, пропустит хлебные чертоги Господа, царь Рыба! Слава Рыба! И не убоимся пришлых, что с войной к нам пожаловали, что напали на приют наш. И хоть стоит у наших ворот и конь железный, маслом машинным сверкающий, соком электрическим, не убоимся! Встретим во всеоружии врагов наших, ибо настал наш час! Аминь! Аминь! Так пусть же десница ваша разит слуг нечистого бесовного! Тому рыбьи стражи не миновать! Добрались, значит, еретики проклятые! Катерину увели и до меня добрались! Ух ты, шустрый Артём! Слушай, мы здесь просто проездом, понял? Если наших пропустят, они стрелять не будут. Мы старались ваших не обижать, кстати. А Катерина сама нас просила забрать ее с дочкой. Ну что, все понятно? Чего непонятно? Сначала головорезов местных извели, а теперь и за нас взялись. Стариков и детей тоже убивать будете? Или уже вдоволь крови напились? Уезжайте с глаз долой! Пусть Бог вас за грехи карает, а мне надлежит Пасху мою беречь. Ну вот и молодец. Братья, внимание! Огонь не открывать! Слышите? За стрельбу прокляну! Вот все, что мог. Вы, главное, не стреляйте, а машинисту скажите, чтобы не гнал, мост еле дышит. И останавливаться нельзя, мост рухнет. Вам придется прыгать. Это давайте убили. Мы договорились с местными. Нас пропустят, если не будем стрелять и пойдем малым ходом. А, и останавливаться не будем. Прием. Артем, прыгаем! Неплохо мы сработали, Артём! Волга осталась позади. Перед нами бескрайние просторы России. В последний момент мостовики, похоже, поверили, что мы не демоны, и пропустили нас с миром. А она была права. Мы вторглись в их мир, и не нам его разрушать, каким бы глупым он ни казался. Электричество — грех. А чем это хуже вранья о том, что весь мир мертв и идти некуда? А ведь с этой удобной ложью согласилось все метро. В Ямантау мы, по крайней мере, узнаем, была ли это ложь во благо. Ведь обещанных оккупантов мы пока не встретили.